Порошенко приехал в Раду на рейндж-ровере с закрашенным номером. Экс-президент Украины Петро Порошенко сегодня приехал под стены парламента на черном рейндж-ровере, у которого была любопытная особенность. Этот факт заметил журналист телеграм-канала «Поволжский Ньюс». Дело в том, что на автомобиле, на котором передвигается Порошенко, закрашена первая буква переднего номера белой краской. После вопроса журналиста, почему номер на машине закрашен, водитель внедорожника Порошенко этот вопрос проигнорировал. В сети в комментариях пользователи отметили, что обычно так делают, чтобы за нарушение превышения скорости на дорогах не приходили штрафы.